И всем привет! С вами, как обычно, я, Никита. И сегодня я вам покажу, как построить новое здание дежурного по переезду с залом ожидания. Ну что, поехали?
начинаем работу в новом здании. Какой красивый вид с веранды. Шлагбаум закрывается, горит красный цвет. Сейчас должен приехать поезд, и мы ему покажем желтый флаг. Красивая дорога, походим по веранде. А вон и поезд едет. Вот он и проехал. Как он красиво уезжает. Открываем переезд. Шлагбаумы поднимаются, красный цвет больше не горит, и с этой стороны тоже. Парковка, дирижабль. Закрываем переезд. Вон и D1 едет. D1 это дизельный пассажирский тепловоз. Вот он и проезжает. Какой красивый. Открываем переезд. Шлагбаумы поднимаются. Закрываем переезд. Какой-то железнодорожный транспорт едет. Давайте его встречать. Вон и поезд едет. ДПК-3. Удачи в поездке! Итак, сейчас открываем переезд. Вот такое вот новое здание получилось. Шлагбаумы открываются, сигнала нету. Больше у нас поездов не планируется. А у нас на этом все. Ставьте лайки, комментарии. И всем пока-пока!